Мои дорогие друзья, это опять я. Ой, только что закончилась у меня волокита с этими документами. Я такая счастливая, вы не представляете. Господи, дай Бог здоровья моей дочери, которая все сделала за меня. Столько было сегодня подножек, и то не получилось, и то не получилось. И наконец-то моя дочка успела сдать сегодня документы, и через 20 минут уже закроется юстиция. Благодарю Всевышнего, Всемогущего, благодарю Вселенную за это. Это действительно, блин, как сложно, когда ты находишься далеко и не можешь что сделать. Моя дочка на машине с утра бегала туда-сюда, туда-сюда. Я думаю, что пока еще сейчас статус у меня остановленный, но буду надеяться, что в понедельник они уже начнут расследовать. И это закончится результативно. Спасибо еще раз. Я сейчас поняла связь такую с дочерью. Она такая, знаете, как, какая у меня, вот как я, пробивная, не боится трудностей, ничего. Сын у меня ставит проблемы заранее еще. Вот мне, вот, а если вдруг это, а если вдруг то, а это прет как танк, как я. А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет. Эйляндик, мутно олдык. Хочу подарить вам солнышко, которое не хватает многих. Ой, мороз, мороз! Не знала, как приучить Мавиша к воде, и решила бросить его игрушку в воду. И вот он только среагировал на нее. Потому что никак больше к воде не хочет приближаться. Не там ему надо, везде ему надо. У Мавиша хорошее настроение, и мы спокойны. Мавиш! Нерде сенин кыз? Как он ее любит. Вот хочет пару себе. Ой, 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 все кругом, все в воде. Да, и на телефон сел, ноги холодные. Ой, ой, и опять на телефон. Давай летай, подписчики смотрят на нас. Ой, если бы видели, как он сладкий. Кусючий, кусючий такой мальчик. Как ему нравится. Теплая водичка. Ой, ой, акылы, акылы. Ой, тики-тики мои. Эй, веточки. Эй. Ой. Друзья и подписчики, ночь прошла замечательно, как раньше. Вы знаете, что я поняла? Что техника трансерфинг реальности, она работает. Чем больше мы будем о чем-то думать, мы его притягиваем. Я вообще не думаю и не притягиваю. Сегодня я проснулась, субботнее утро, в половине восьмого. Первый раз встала, сделала с утра часовую йогу, привела себя в порядок. Красивая перед вами буду все время, потому что уже надоело ныть. Ныть, ныть, ныть. Сейчас одену очки, а то я вас не увижу. Куда я бегу сейчас, как вы думаете? Сегодня у нас встреча с девочками. Сядем, порисуем, кофе попьем. Давно мы не встречались. После землетрясений этих всех мы прекратили свои встречи. Кто-то куда-то уехал, у кого-то... Ну, как-то было страшно еще, да? А сейчас мы все... Сейчас я их буду мотивировать, приводить чувства и рисовать. Кофе, цитрусы, мандаринки, печеньку. Вот и все. Встала с утра. Мне так хорошо. Занималась сегодня в моем кабинете. Мы же оттуда брали диван и там постелила чистый ковер. Так много места. Боже, какое счастье просыпаться в такой погоде. Птички чирикают. Мавич, конечно, спит с Сашкой. А я так тихо-тихо. Все быстро убежала. Меня никто чтоб не увидел. Все равно Ашкин спит у 12. Пока он проснется, я уже приду. Ну, что ему говорить? Так, кто-то переезжает, видите. Куда я бегу, я уже вам рассказала. Я могу вам похвастаться. Мои документы. Доченька, моя любимая доченька, сдала. Ну, их приняли, не знаю, как там в
понедельник уже будет точный ответ, как их там примут, не примут. Все-таки там моя старая фамилия, а они говорят, знаете, что сказали дочери? Если твоя мама на старой фамилии, и, мол, а паспорт она поменяла, мол, что это за закон, пришлите нам этот закон, предоставьте. Моя дочка чуть с ума не сошла, но потом как-то все получилось. Так вот, мои дорогие, я уже почти на набережной. Как я давно здесь не была. Боже мой, сколько я время потеряла. Да и погода такая замечательная у нас. С каждым днем все теплее и теплее. Мне уже жарко в куртке. Но все-таки я подстраховалась. Вы знаете что? Вот вы заметили, что я никогда не болею гриппом, ни простудой, ни какими-то гадостями. Вот его не сглазить. Но это, в принципе, я уверена в себе. А почему? Потому что я на протяжении 3 лет пила прополис. Хотя, наверное, уже 2 года я его не принимаю. Да. Иногда, когда у меня иногда что-то горлышко. Смотрю, шишты эти опухли, увеличились в размере моей железы. Я сразу пососу его, и все, у меня готово. Кстати, надо взять себе в руки и это лекарство сделать. И я вот смотрю, все болеют, постоянно болеют. Вот 3 года постоянно пила, постоянно. И себе укрепила иммунитет. Посмотрите, какое обалденное море. Февраль месяц, посмотрите. Спокойное. Чистая, прозрачная. А вот мы там собираемся, где бабочка. Людей пока на улице нет, но никогда не было на улице. Вы знаете, что я уже в куртке запарилась. Девочки ждут меня, побежала. А вон мои девчонки. Лапули. Супер. Юлёк. Порисовали, отпустили все свои страхи. Рисовали сегодня алгоритм благодарности. Действительно, посмотрите, какая замечательная у нас погода. Девчонки все настроены позитивно. Никто не боится данной ситуации, прошедших событий. Все такие мотивированы. Вот наш Виран Шихир и мои девочки. Благодарю Вселенную за все, что они у меня есть. Друзья мои, остались мы с девочками. Я чуть-чуть посидела на лавочке. Поблагодарила Бога, Вселенную, за этот покой. Набралась энергии и иду. Сейчас курточку сняла, потому что жарко. Столько чаек в море. Морешко было спокойно, а сейчас чуть-чуть волны появились. Видите, как все семечки, пивко, бутылочки. Пошла я домой к моему мужу и Мавишу. А мои, оказывается, мое сердце снова почувствовало. Землетрясение было. Пришла я домой, все на улице. Но слава Богу. Мираба, знаете, какое было землетрясение? И где 5,3 было в Боре Нигде. Вы говорите мне, езжайте в свою деревню. Вот, в том районе и было землетрясение, представляете? Ну что мы делаем? Вот мой муж здесь же мой, Юнитиджи работает. Вот наш дом. Все в порядке. Ну, соседи, конечно, испугались. Испугались, конечно, и вот очень многие здесь на улице. Я в душе почувствовала. Какая у меня душа. Думаю, боже, она меня не обманывает. С утра, когда я проснулась, я вышла на балкон, только вороны каркали. Я так пыталась найти птичку какую-то там, одну услышала и все. Вот такие вот у нас дела. Поднимаюсь домой я. Друзья мои, у нас тоже с мужем пикничок. Картошечка с курочкой. Суджук, хачапури Светлана напекла. Салатик там. Мы только разложились.
пришли мы. Вот. Кока-кола. Сели. Конечно, нам стола не хватает. Вот сейчас наш Ким смотрит, будет покупать стол. Кресло у нас есть. Пьем кофе пока. Сумочка. Сидим на набережной. Столько людей здесь. Посмотрите, сколько с машинами приехали. Люди боятся дома быть. Но мы-то не боимся. Мы просто решили снять стресс и посидеть прямо здесь. Суббота же все-таки, да? Возле нашего района. Так что приятного нам времяпрепровождения, дорогие мои. На набережной очень холодно, а мы с мужем здесь не потому, что мы боимся, да? Я уже вам до этого сказала, что мы здесь решили пикник устроить и посидеть. Я сейчас, знаете, что вам покажу? Столько людей, которые боятся заходить домой, палатки сделали. И видно, дети там сидят, мне так жалко их. Мне так было неудобно их снимать, да? Их очень много. Я со стороны вам покажу. Сейчас время 9 часов. Мы только скучаем по нашему Мавишу. Если вы увидите. Потому что их снимать мне очень неудобно. Но они расположили палатки. И, наверное, здесь проведут ночь. И мы сейчас сидели с мужем, разговаривали на эту тему. Он сказал, что не нужно бояться. Наш дом, наша крепость. И слава богу, когда это услышала, я успокоилась. Мое крыло уже не паникует. В предыдущем видео я вам рассказала о моем крыле. А сейчас оно не паникует. Сейчас я покажу мое крыло вам. Смотрите на мое крыло. Я его укутала, и оно сидит. Нашли мы здесь место возле нас. Как он закрутился, завернулся. Сейчас будем кофе пить с Сашкой. Посмотрите, сколько машин. Посмотрите, вы видите дома. Посмотрите, там пить тоже. Вы видите? Я вам не показывала никогда, потому что не выходила. А я сейчас в шоке, просто в шоке. Люди боятся. Ведь у нас в Мерсине очень много домов, которые стоят на курьих ножках. А даже в нашем Сите сказали, чтобы мы сделали, закрыли первые этажи, первые. Потому что это очень опасно. Знаете, самое главное, я услышала от мужа, что нечего бояться, просто нужно привыкнуть, да, к этой ситуации. Ну, будем так и делать. Сейчас будем пить кофе с моим мужем. У нас здесь такое шоу, собачки разгулялись. Так нам весело здесь, но холодно чуть-чуть. Солнышко бы нам. Собачки с ума сходят. А мы кофе пьем с Сашкой. Кофе. Наверное, скоро пойдем домой. Холодно, холодно. Попа замерзла. Холодно, холодно. Попа замерзла. Холодно, холодно. Попа замерзла. Замерзла. Мои дорогие подписчики, спасибо вам большое за комментарии. Я только что прочитала их. Благодарю вас. Хотя мне холодно, но когда я читаю ваши комментарии, мне от них очень жарко. Спасибо. Посмотрите, мои дорогие, здесь люди. В палатках живут бедные люди. Это возле парка. А мы идем домой.